Нет, смерч. Украинская армия начала артобстрел жилых кварталов Луганска в начале 7 вечера. По мирным жителям прицельно били из системы залпового огня «Смерч». В этот раз смертоносные заряды были начинены противопехотными осколочными элементами. Сразу два кассетных заряда системы залпового огня «Смерч» разорвались здесь, возле первого дома на 6-м железнодорожном переулке. Каждая из кассет начинена внутри сотнями вот таких поражающих элементов, которые насквозь пробивают все на своем пути. Второй удар по Луганску украинская армия нанесла в 11 часов вечера. По жилым домам выпустили более 10 снарядов «Смерч». Каждый из них разлетелся на сотни зарядов по улицам Степана Разина, броненосца Потемкина, по 4-му и 5-му железнодорожному переулкам. Решать, чтобы это покончить с этим произволом, это потому что это не человечески, это не по-христиански. Это страшно, это страшно. А если еще повторится, мы вообще не знаем, как переживем. Осколки летели в окно. Я лежала на кровати. Они летели выше меня. Попали в шкаф, дверь, на комод. Все поразбило над головой, потому что в шкаф, двери, все попало. Именно вверх меня. Я чудом осталась живая. Это просто была ночь ужаса. В результате артобстрела Луганска один человек погиб. Пострадали 22. 6 находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.